Доброго времени суток, друзья, подписчики, гости канала. Сегодня 16 марта. Давно на канале не выходило полноценных роликов. Периодически я загружал шорты, короткие ролики. Полноценных давно не было. Сегодня вот решил заснять такой небольшой ролик и рассказать, какие изменения, какие новости у нас в хозяйстве в плане овцеводства. Первой новостью у нас является то, что наш баран-производитель породы Гиссар с октября месяца поменял ПМЖ. И теперь он в другом районе нашей республики, у другого хозяина. У нас же сейчас на данный момент баран производитель — это F2 катунской породы. Это вот голову наверх поднял, голова немножко линять начала у него, не знаю, как линять будет летом, посмотрим. В общем, новости такие, что я потихоньку хочу перейти на катунскую породу из-за того, что вот эти смеси и в чистоте Эдельбай, и Эдельбай покрыты гиссарами. Вот эти овцы для нашей семьи, получается, мясо у них жирноватое. Ну, я со знакомыми, с кем тесно общаюсь, и в WhatsApp, и так по телефону, я уже еще осенью объяснял, в чем причина. В общем, хочу перейти на более таких овец, чтобы мясо у них было более постное. Из-за этого хочу потихоньку переходить на катунскую породу. Ну, я так плюсы-минусы посмотрел этой породы и как бы остановил свой выбор на этой породе. Вот эти ягнята у нас все еще от нашего гиссарского барана, от шахтера. Тут 4 ягненка от него. И в будущем уже у нас ягнята будут только поместные, то есть катум и эдельбай. Вот этот баран, ну, напоминаю, F2 он. Не знаю, как будет линять, не будет линять. Это будет видно уже позже. Приобрел я, получается, вот этого баранчика в августе месяце и двух ярочек. Ярочки пойдут на выбраковку, потому что они у нас не выросли. Вот они на дальнем плане, белые. Они у нас как в августе приехали, такие маленькие и остались. Вот они. Также у нас осенью вот эта овечка черная не смогла окатиться, и у нее погиб ягненок. Я в другом хозяйстве приобрел суточного ягненка, вот на первом плане, F1, это получается дорпер с романовской породой. Вот он. Я его соединил, считай, с вот этой овечкой, и она его выкормила. Это баранчик, я его сразу кастрировал, там в недельном возрасте, по-моему. И теперь он пойдет у нас на забой, скорее всего, летом. А так у нас вот по поголовью, тут получается 5 взрослых овцематок, и есть еще молодая одна. Она еще ни разу не катилась и пока еще не гуляла. Это вот это. Это дочка шахтера. Мать у нее эдельбайской породы овца. Снимаю сейчас на телефон.
сразу извиняюсь за качество, возможно, качество будет не очень. По ягнятам сделаю отдельный обзор. Вот этот баран, конечно, чуть-чуть дерзкий, он уже пару раз он отгребал от меня, потому что пытается показать себя. Пару раз отгребал. Вот этот приобретенный ягненок. Ну, в общем, такое небольшое видео заснял вам, чтобы не теряли. А на днях засниму, может, ягнят вот этих, и по ягнятам покажу, что к чему. Ну все, всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока.